Итак, друзья, снова здравствуйте. Сегодня на рассмотрении у нас новая посылочка, которая пришла сегодня. Она пришла из Китая, из магазина Gear Best. Она очень легенькая, несмотря на свой большой объем. Как обычно, наша посылочка вскрывалась на таможне. И видите, в каком виде она пришла. То есть ее, опять же, волшебным таможенным скотчем вскрывали, понятно чем, а вот закрывали заново волшебным таможенным скотчем. Итак, друзья, что же мы здесь видим? У меня, по идее, здесь две посылочки, которые я заказывал. Одна для садоводческой темы, по садоводческой теме, вторая непосредственно, значит, для здоровья. Итак, в нашей посылке всего вот таких две вещи. Ну и, соответственно, пустую коробочку, пустую пленочку мы отправляем назад. Непосредственно сопроводительный документ или что это там у них. Итак, начнем вот с этой помятой коробочки. Друзья, это вот такая непосредственно получается у нас поддержка, вот как нарисовано вот здесь вот. Это поддержка для пивного, как они пишут, живота. Стоит она порядка 280 рублей. На мой взгляд, она показалась мне и с точки зрения экономии средств довольно по приемлемой цене. Ну, я, правда, не знаю, как она, в каком состоянии она, значит, находится по качеству и по функционалу по своему. Коробочка больше пустая. Она нам не нужна. Дальше открываем непосредственно пакетик и смотрим. Сразу... Так, у меня при росте 180 сантиметров, сами понимаете, какой у меня и живот. Правда, пиво я не пью, но очень люблю покушать. Дальше, смотрим мы на качество, сразу же качество смотрим. Я вижу, я немножечко разбираюсь в этом, я кое-что тут вижу неприятное, да. Не очень хорошо зашито, не очень... Хотя, с моей точки зрения, может быть, не очень хорошо. Так-то я не вижу никаких, допустим, именно дефектов. Вот какая-то ниточка. Ну, ниточка, правда, ее сразу можно выкинуть, да? Вот, никаких особых я не вижу проблем. Ну, неровно, конечно, кое-что сделано, и это немножечко неприятно. Хотя, самая основная функция – это функция для моего живота, чтобы он как бы не рос вперед больше. Ну, давайте посмотрим. Вот вы видите, она довольно упругая, она одевается через ноги. Посмотрим. Ну, и если кому будет интересно, я расскажу, что к чему.